Один человек погиб и 6 пострадали в сегодняшнем ДТП в Цивильском районе. По предварительной информации МВД, маршрутка Чебоксары-Канаш столкнулась с грузовиком. Авария произошла в половине 5 вечера на трассе А-151 около деревни Чурачики. Водитель микроавтобуса погиб, 6 человек, среди которых 2 ребенка, получили травмы. Причины ДТП устанавливаются. В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать установленный скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать рискованных маневров. Будьте внимательны и осторожны.